комбинирование простых ударов по таблице Пифагора. Что это означает? У нас 6 ударов. И начинаем, допустим, на примере первый удар джолта, работать все остальные. Работаем двойку комбинируем. 1-1. 1-2. 1-3. 1-4. 1-5. 1-6. По воздуху спокойно. И завершаем либо с легкими гантелями в полную скорость по воздуху, либо по мешку. Таким образом прорабатываем одной рукой все варианты и второй рукой, после чего переходим к работе двумя руками. Пропускаем первые две ступени сразу на мешке. То есть 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. И то же самое начинаю с другой руки. 1-1. 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Мы нарабатываем возможность переходить с конкретного удара на любой другой удар. Второй вариант использования таблицы Пифагора, когда у нас стабильной будет вторая цифра. Давайте рассмотрим это на примере третьего удара бокового. Выполняем 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3. Также работаем одной рукой, второй рукой, двойки двумя руками. В данном случае мы получаем возможность наработать переход с любого удара, из любого положения под конкретный нужный нам удар. Внимательно рассмотрите это.